На самом деле тут вообще можно всю дорогу подряд идти и снимать. Так тут красиво. Но впереди, я не знаю, может быть, тут снег сходит, когда он тает, начинает. Сейчас я попробую подойти поближе. Там то ли очередная гора ацтеков, то ли очередная денисовская. Вот, ребята, смотрите, еще один гриб. Я не знаю, как их зовут. К моему стыду, надеюсь, что не поганка. У меня есть знакомый, который мне потом расскажет, что это за гриб. Я пещеру хочу снять. Блин, она укреплена. Вот очередной ацтекский камень. Денисовская пещера в нем. Ну вот я не знаю, это вот ее так строили. Интересно, это штольня может быть заброшенная вообще? Нельзя туда идти. Ладно. Спросим у гида.